Факультет дистанционного обучения Института архитектуры и строительства ВОЛГГТУ предлагает по заочной и очно-заочным формам обучения, используя дистанционные образовательные технологии, совмещая учебу с работой на производстве, получить высшее образование. Так, например, в рамках профиля «Морские нефтегазовые сооружения» студенты-заочники обучаются 3 года и 6 месяцев. Профессиональная деятельность выпускников связана с разработкой проектной и конструкторской документации по созданию портовых островных эстакад, каркасных сооружений, а также морских стационарных и плавучих платформ, крановых судов и судов для укладки подводных трубопроводов. Выпускники могут работать в проектных и научно-исследовательских организациях, а также на предприятиях нефтегазовой отрасли. Трудоустраиваемость наших специалистов составляет 100%. То есть они уже фактически кто на третьем, а кто на четвертом курсе, сейчас 4 года обучаются, они уже трудоустроены. Открыта кафедра в 2003 году. С самого первого выпуска наш Саркисян Артем устроился в нефтегазовую компанию в Канаду. Будников вот в прошлом году устроился в норвежскую нефтегазовую компанию. Даже наши специалисты востребованы за рубежом. Также Сахалин Энерджи, вот есть такая компания, Мисс Ваку. Все наши ребята после выпуска там работают. Успешно работают, хорошие зарплаты, очень довольны. Перспективные работы на Дальнем Востоке, в Сургуте. Ну и в Волгоградской области в том числе, хотя у нас не такая развитая добыча, но все равно наши ребята работают. Практическая подготовка высококвалифицированных специалистов осуществляется в виде учебных, производственных и преддипломных практик на базе ведущих предприятий нефтегазовой отрасли. В отношении производственных практик у нас заключены договора порядка с 20 организациями, ну такими как самые профильные, это Волгоград-Нипи-Морнефть, Волгоград-Нефтепроект, Волгоград, НИПИП, нефть, судостроительный завод, Волгоградский завод буровой техники, подвод Речстрой, ну и так далее, и так далее. Дистанционное обучение – хорошая возможность получать образование, работая при этом и зарабатывая реальные деньги. Работодатели охотно отпускают своих студентов на сессии. Я работаю в «Газпром Трансгаз Волгоград». Я сам как бы проявил желание получить высшее образование, но дело в том, что мой работодатель заинтересован в повышении квалификации своих работников, поэтому на сессии, ну, без проблем мне предоставляют время. У меня получается совмещать и работу с учебой, естественно. Это как бы дополнительный навык получается. И я сам обучаюсь, самореализуюсь, саморазвиваюсь. Мне кажется, это вот эти качества важнейшие для человека, как личности в целом, я так считаю. Дистанционное обучение – это современно, выгодно, удобно. Его преимущества – материальная независимость, непрерывный стаж работы, карьерный рост, применение теории на практике. Люди, у которых есть высшее или среднепрофессиональное образование, могут получить высшее образование в ускоренные сроки в Институте архитектуры и строительства, и они могут поступить без сдачи ЕГЭ. Кроме того, лица, имеющие высшее или среднепрофессиональное образование, могут обучиться в ускоренные сроки. Заочное обучение – одна из лучших форм обучения, и получать это образование лучше всего на факультете дистанционного обучения Института архитектуры и строительства ВОЛГГТУ. Добавим, что прием документов начнется в июне 2017 года. Анжелика Пехтелева, Сергей Григорьев, Волгоградское деловое телевидение.